Вот мы с вами провязали 25 ряд, где 88 столбиков без накида. 11 рядов мы с вами провязали. 26 ряд надо получить 80 столбик без накида. Идет убавка. Чередование 9 столбиков без накида и убавка. Я маркер свой переношу наверх, так как уже здесь мне нужно будет следить, где заканчивается ряд и начинается. Так, сейчас я сделаю более четко. Вот. Чтобы вам было видно, куда вставляю крючок. За задней стеночки петель мы провязываем 9 столбиков без накида. 1, 2, так сейчас цепляет, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Идет убавка. Убавку делаю так. Провязываю, не довязываю. Следующую петельку ставила, не довязала. Накинула. У нас получается 3 петельки на крючке. Накидываем нить и протягиваем через 3 петли. И опять, значит, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Убавка идет. В эту, в следующую петлю вставляю крючок, захватываю нить, вытянула. Еще следующую петлю вставляю крючок, захватываю нить, вытянула. На крючке у нас 3 петли. Накинула на крючок от себя на себя нитку и протянула через все 3 петли. Вот так я делаю убавку. Итак, нам надо с вами провязать до конца ряда. Итак, мы с вами провязали 26 ряд. У нас получилось 80 столбиков без накида. 27 и 28 ряд мы провязываем 2 ряда по одному столбику без накида в каждую петельку. Я переставляю маркер. И провязываю каждую петельку за задние стеночки петель столбиком без накида. Каждую по одному за задние. Два ряда нам надо с вами провязать. Вот я провязала 27, 28 ряд, 29 ряд. Нам надо провязать 72 столбика без накида. Это чередование 8 столбиков без накида минус убавка, ну плюс убавка получается. Вставляю маркер сверху, наверх, переставляю на 2 ряда. И провязываем
8 столбиков и убавка за задние стеночки петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и убавка. Следующее. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и убавка. Итак, нам надо провязать до конца ряда. Вот я провязала 29 ряд. 30 ряд нам надо провязать по одному столбику, то есть столбику без накида, в каждую петельку. Маркер я переставляю и провязываем мы с вами 30 ряд по одному в каждую петельку. Так, один ряд нам надо с вами провязать. В каждом ряду по одному, в каждую петельку по одному столбику без накида. Вот мы с вами провязали 30 ряд, 72 столбика без накида, 31 ряд, 64 столбика без накида. Это чередование 7 столбиков без накида и убавка. 8 делаем убавку. Маркер переставляю. Провязываем 7 столбиков без накида. 1, 2 за заднюю стеночку петель, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. И 8 мы делаем убавку. Так, сейчас побольше покажу. Вот, почетче. Значит, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 делаем убавку. Итак, мы провязываем весь ряд 7 и убавка. Провязала 31 ряд, 64 столбика без накида. 32 ряд, 56 столбиков без накида. Это чередование 6 столбиков без накида. И в 7 делаем убавку. Марки переставляем. И провязываем. Один. Два. Три. 4, 5, 6,
6 и убавка. Убавка. Итак, еще раз. 6 и убавка. Итак, нам надо провязать весь ряд. 6 и убавка. Вот мы провязали с вами 32 ряд, 56 столбиков без накида, 33 ряд, 48 столбиков без накида. Это чередование 5 столбиков без накида и убавка. Маркер переставляю. И провязываю 5 и убавка. Раз. Два. Три. Четыре. Три, четыре, пять и убавка. Итак, нам надо провязать до конца ряда.